А это какие? Долинские лепешки? Коканские, да. Коканские лепешки? И вот на посту бесплатно, да, дали такие лепешечки? Реклама. И сказали, Имрон Батыр, заходите. И там 100 метров пекарня. И бесплатно такие лепешечки раздали. Коканские, да, но... Прикольно. Что продают? Да. Заржар Батыр. Охо-хо-хо. Лепешечная, да, такая трасса? 500 метров. Вот у каждого есть тандыр, они здесь сделают и сразу разлетаются. Это по дороге в Андижан, да, Фергану? Это знаменитый коканский, да, патыр, который? Да. Правильно же? Да. Которым нас угостили, вот такое. На масле, слоеный, в тандыре. Песочный. Песочный. Песочный, он тоже не слоеный. Песочный. Песочный. Да, и вот только-только. Ничего себе. С двух сторон. Только патыр. Ого, с двух сторон. Только один патыр. Турамбоя. Азизбек патыр. Айбек Батыр, Абдуллах Батыр, ничего себе, Нодырбек Батыр, Атабек Батыр. А раньше вот этого всего Нодырбек Батыр, вот этого не было. Ничего себе. Они только Батыры делали, а потом один Акмаль Батыр написал свой бренд. Да, Акмаль Батыр. Акмаль Батыр. И потом все начали Санджар Батыр и все. Садукат номер один Батыр. Ну да, это специфика узбекского нейминга есть, да? Улица Батырная. Айбек. Один Батыр. О! Тандыр запустили. Это вот коканский Батыр продают. Азизбек здесь купили. Более там. Вот, вот там тандыр. Сейчас снимем мы. Вот уже готов, пошел. Тандыры везде. Улица Батырная. По дороге в долину. Коканский Батыр. О. Нет. Да. Не, я тандыр сниму. Нет. Все, понял. Вот он, Батыр знаменитый. А чё? А? Это 8 тысяч. 8? Да. Все. А это такое, да? Они разные все? Да, это... А? Все разные. Это с каймака. Каймак? Это. А это? А что, разные? Молоко. Там молоко тоже есть здесь. Это мягче. Мягче? Да.